катательного... Ой, продолжение катательного влога. Я переобулся. Еще завтра у меня экзамен, поэтому я приехал к нему готовиться. Завтра в 9 утра. Сейчас 12, время есть. Короче, я подраскатался, снял кадров для инстаклипа, и я думаю, что еще где-то пол клипа сниму, и будет хороший клип. В этот раз прям, я надеюсь, четенько все будет. Блядь, может, лип там попробовать? Ну так, чуть-чуть. Ты? Да, чуть-чуть лип, прям. Ну как тебе объяснить? Вот... Подержи. Мне страшно уже. Ну как-нибудь типа так. Задеть. 100% я сейчас самокат поставлю. Вообще, блядь, вот так. Брал, мне показалось, что я чуть ли не цепляю плюсом. Пацаны, инстаклип почти снят. Я сделал трюки, которые я хотел, и еще придумаю еще что-нибудь. Короче, мне нравится пока то, что получается. Пока я отдышусь, вам снова покажут крутые трюки Нирваны. Ребят, я снял инстаклип почти полностью. Сделал то, что хотел сделать. Можете посмотреть по ссылке в описании в инсте. И сейчас, чтобы видос был интереснее, мы сыграем с Нефаном Game of School. Начнем там с лайтов. Короче, единственное, что хочу предупредить, дабы вы не писали в комменты, я мангафуд, и градусы, многие трюки, типа, я делаю оппозитные. И в Game of School мы это учитываем. Все к этому привыкли. Я не знаю, как кто играет, но мы играем вот так. Так что можете на это не обращать внимания. Раз, два, три. А так можно было? Так, я просто, чтобы далеко от кассы не отходить. Как ты просто? Я просто два килограмма чуть-чуть сделал. Вторая попытка. Что, у меня воздух не пропал? Кстати, никто никогда на моем канале не видел, как я в скут играю. Это мой первый раз. Так пятками. Но у Нефана всегда есть в запасе всякие псевдо-крутые трюки, типа интвисты, херисты, ноузменовы и много всякого другого дерьма, что я не умею. Давай 2 хила. А нет, финга. Меньше всего я хочу сейчас сделать 2 хила. Финга. Это не игра, это нечестно. Ладно, давай, короче, чтобы ты минус сразу не получал. Ну, трёпку получились. В пирамиде, короче, трёпку. Такую нормальную трёпку. Нормальная трёпка. Спасибо. Я когда говорил пассивно, я имел в виду через пирамиду. А-а-а! Высокую, такую длинную, хорошую трёпку. Длинную, такую хорошую? Давай, чем? Ладно, хрен с ним, короче, Чен трогать не будем его, но у него 2 буквы, гадай. Вон эти бар на ли. А? Вон эти бар на ли. Калиб или лист? Калиб. Нет.
front heel, front mid heel. Это как? Я вот отвечаю, он умеет очень много трюков, которые я в жизни не делал и даже пробовать, скорее всего, в ближайшие годы не буду. У меня такая же тема. Вообще, чтобы было интересно, я бы сыграл с ним на бабке, но сейчас не то настроение. Третий? Да. Серьезно? Загадай что-нибудь, чтобы мне букву дать хотя бы. Окей, правильно. Я понял, блядь. Ну ты можешь попробовать. Я позориться не буду. Короче, я играю в Анете на подкат и в Кавкабдес. Окей, как я делаю. Шик блеск. Ага. Он сделал Кавкабдес на Кавкабдес. Я понял. Та-та-та-та-та-та-та. Четвертый минус. Давай, трюки Джон Рейс. Ты можешь ноу сгадать, я не сделаю. Но я хочу попробовать. Я просто попробую смешу. Но он все хочет. Не доехал. Я вторая группа, я плохо делаю. Давай, короче, бар через пирамиду. И рукой... Гадаю, Бента попал. У меня сначала бар, потом рука. Ну нет! Ченс! На барчике слиться. Это не просто бар. Короче, ченс, я взял ченс. Знаете, мне не стыдно. Давай фикси его на этих наклонки. Чувак, вон выход. Не, давай ряду. Репит, ряду проходишь. Ага, а промазал. Давай так сказать. Гадай. Халфу. Подкат. Половина фула? Ну, типа... Ну, я дыхал. Халфу. Что это? Это трюк вообще Антона Петрова. 4-4. У меня болит нога, я тебе гадаю ДС на дизастер. Вот это. Вам нужно посмотреть новый клип в Инстаграме, потому что я там очень смачно полетел с этого трюка. Если я сейчас не загадаю, то вылечу я, потому что его следующий заказ будет для меня херовым. Четыре, блин. Срал. Нет. Срал. Тина. Чё ты срал? Ты когда-то срал.
нравишься. А чем еще туда податься, а? Там сложно жопу не касаться. Это не касалось, потому что это тупо. Если там ее не было, ты бы пизданулся, и это был не заказ. Я бы пизданулся. Но ничего. Андрей, он ничем ничего не докажет, я считаю, не было. Честно. Типа, это то же самое, что, знаешь, ты типа делаешь мэнл и об стеночку опираешься, и такой. Здесь то же самое, типа. Ну, короче, можете написать в комментарии, но, по-моему, типа, такое бы не засчиталось. Вопрос теперь, что мне гадать? Давайте трёх. Там мне чай не подкачивало. Сильно? Нет. Максимум? Смотри. Чё, я сюда вывез, да? Вот так. Там тоже нашел до чего доебаться. Ну вот такие. Давай другой книг. Я думал, что я выиграю. Перед тем, как мы начали игру, я думал, что я проиграю. Из этого делаем вывод, что первое мнение самое важное. Главное не ссать, просто берите и делайте. Катайтесь, защите, я проиграл, ставьте лайки. Напишите в комменты, с кем бы вы хотели увидеть мой Game of Scoot. Желательно не с Игорем. Всем пока. Также я хочу сказать спасибо Максиму за то, что помог снять это видео. Можете подписаться на его инсту, на мою и на инсту Нифонта. Ссылки будут в описании.